Всем здорово, ребят. Сегодня у нас, как обычно, трэш. Десяточка. Сегодня очень много будет веселых вещей на десятке. Будем качать таланты, будем открывать плюшки. Ну и дальше развивать этот аккаунт. Аккаунт донатный, собирается с минимум доната. На сегодня у нас вот самики все такие остались. По сути, один большой пак. Даже нету большого пака у нас. Шестой день. Аккаунту пошел 24380, у нас немножко больше, там бонусы были за ежедневный вход. То есть, как видите, доната вообще фигня, но посмотрите на вот этих вот героев, которые уже есть. То есть, ну, тут просто no comments, тут прокачанные уже герои, просто кайф. Так, у нас уже есть сколько там, ну, я не открывал еще гарнизонных героев. Так, до талантика мы дойдем, поехали посмотрим, что у нас интересного есть, что мы сегодня забрали. Бум, вот так вот получили мы еще кролика я вам уже показывал, очень обалденный для прохождение и подземок, и битвы гильдии. Это я вам попозже еще раз покажу. Ну и, конечно, забрали сундучки, ключарки. И самое основное, что я забирал, это камешки на прокачку смотрителей. До этого мы тоже дойдем. Как видите, у нас только одна таблетка. Кто-то спрашивал в комменте, что такое таблетка. Таблетка — это место, куда ставишь. Вот Hero Base, база. База героев. Ее называют таблеткой. Куда вы ставите своего героя. Так, окей. Ну, в общем, с этим разобрались. Нам также надо будет скупать паки, где будут молоточки, чтобы быстренько качать здание. Вот завтра у меня, а точнее сегодня, будет плюс 50. Я что-то интересное подумаю, заберу. Тут ничего такого интересного нет. Пак бесполезный. По героям сегодня ничего такого не дают. Можно забрать землеройку. По частям собрать, что по акциям у нас. Хрустальный. Вот хрустальный надо будет забрать. Фрэнки. У нас Фрэнки, кстати, есть или нету? По-моему. А, вот отлично. Еще один у нас недостающий герой будет. Возможно, не только. Так, окей. В общем, поехали открывать плюки. Что у нас накопилось? Третья карта, отлично. Не хватает места. Ну, будем добавлять место. Других вариантов нет. Нам Рибита, кстати, не хватает с этих карт. Заклинательница. Вот, кстати, хочу открыть. Бум. Хранитель леса пойдет у нас. Я буду так вам сразу рассказывать, куда какие чарки я поставлю, чтобы вы ориентировались. Потом начнем прокачки героев, будем разбирать их. Хранитель леса в первую очередь пойдет на Ронина, на битву гильдии. Ну, а там уже по героям, которые будут на PvP локациях использоваться для дополнительного отхила. Метеор такой себе, недомогание чисто на PvP. И пиромах, он используется у нас на локации с архидемоном. Ну, можно также на подземке использовать. Так, отлично, 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 отлично. Смотрите, как плюшки к нам приходят. Вторые карты. Одна карта, вторая, две вторых карты нам выпало. Хорошо. Давайте посмотрим, кто нам отсюда надо. Ворожей, Анубис, Ронин, Стрелок у нас уже есть. Рино. Сейчас я гляну, так, а то я и... Блин, столько аккаунта, я не успеваю запоминать, где какие герои есть. Так, Рину у нас нет. Тесочка есть. Рину, Фрэнки. Кто там у нас еще? Скарт такой интересный падает. Ну, сейчас мы все откроем. Карты потом будем смотреть.
Есть исцеление, ребятушки. Обалдеть. И 4 карты, ничего себе. 4 карты дала третьих. Вот это да. С 10 сундучков вообще отлично. Это я сундучки получил вчера с пирата. Смотрите, 10 коробочек с чарами, с бесплатной тычки. Так, окей, поехали. Let's go. Малышник. Не знаю, малышник у нас есть, нету. Малышник нету, отлично. Еще плюс один герой недостающий. Вот видите, так по чуть-чуть герои собираются. Потом надо будет еще гарнизон весь открыть. Так, окей. Тут у нас есть все, Бигфут, по-моему, тоже есть. Афинка, заклинательница. Нам нужен отсюда Риббит. Отсюда нужен только один Риббит. Нам в прошлый раз просто тупо повезло, упало все. Да, Бигфутик у нас есть, окей. Поехали. Плюс один герой есть, это радует. Никогда не думал, что с третьей карты буду радоваться Риббиту, чтобы Риббит у нас выпал. Бигфут. ББшка. Седна. Дайте Риббита, блин. Заклинательница. Не хотят они нам его давать. Так, видите, у нас уже даже герои неплохие в запасе есть. Ну, к сожалению, чарки я пока использовать не могу, потому что для того, чтобы их использовать, чару, надо эволюцию сделать, аугментацию героя. Только тогда вы можете поставить чарку. Так, хорошо. С этим разобрались. Что у нас вообще делается по ресурсам? 309. Ну, надо много-много кгшек. Там надо будет ждать акции на кгшке. Блин, а у нас самой имбы нету, это тыковка. Ее у нас, кстати, нет. Самая печаль, скажем так. Нам нужна тыква. Так, сейчас я хочу еще скины посмотреть. Что у нас там по скинам делается. На космо, то понятно. Да, видите, надо еще кучу скинов. Так, окей. Поехали. У нас уже есть часть героев, и мы сегодня пораставляем немножко талантики. Исцеление у нас уже было. СО, я эти таланты все не трогаю, пусть они будут себе в запас. Ожог в первую очередь ставится на хрона, потом можно там другим лепить. В принципе, через раз он будет хотя бы у вас срабатывать. Давайте пока так сделаем. Так, огненка, отлично. Огненка у нас хорошо подойдет для Бигфута. На ворожая я хочу СО. Так, душика у нас нету, да? Душмана нет. В принципе, мы можем трешануть, мы ж мажоры. Чё нам десятки? Это топовый аккаунт. Спасибо, я знаю, что можно так нанять. Вот так вот, опа, еще плюс один герой. За 20 кгшек, это такие растраты, но мы это сделали. Сразу же поставим разбор. Что нам талант терять? Лучше потерять 20 кг. Логика железная. Такс. Душман. Плюс два героя. Новых у нас. Так, душек, душек, душек. Смотрите, самый первый. Ничего себе, бог войны. Ну это просто. Сори. Все-таки это получше будет. Так, каменка. Каменка у нас можно кому-то такому поставить. Например, вот сюда на время. Можно вообще на допах. Ну, я думаю, на допах мы тоже вытащим топовое. А, поставим сюда. У, есть ремочка. Ну что, ремка у нас уже одна была, вторая ремка есть. Ставим одну на космо. Бехрилёва оставляем. Какой талант топовый сливать нельзя. Нам, кстати, надо. О, давайте еще купим, блин, купим Атлантика. Как мы могли забыть про эту имбу?
Или вообще можно всех докупить. Обычных героев. Не, рулить мы не будем. Мы трешуем за коряшки сегодня. А, так. Где ты? Вот это еще одна имба. 6К. 26К кагашек слили. Это ужасно. Надо словить ему ремочку. Почему ремку? Потому что для Атланты ремка на сегодня это самый топовый вариант на древние испытания. Так, где-то имбище. Имбище самое первое. Поехали. Это просто читерство, ребят. Ставьте лайки. Десяточка тащит. Ремка сразу же упала. Нифига себе. Обалдеть. Так, живу можно сюда поставить для реса. Еще одну живу нам нужно будет на дерево, которого у нас нет. Берс. Можно пока временно на Махатму поставить, но это не идеально. Еще одна ремка. Обалдеть. Я люблю вас, IGG. Чтобы всем так давали, как мне подкручиваете. Так, ну одну ремку, наверное, мы все-таки кинем на Хрона. Для подземок, чтобы быстренько включался. Стойкость можно Малышунику временно привинтить. Берс беспонтовый. Можно на Тессу поставить. Тессу с Берсом вам показывал. Неплохая. Так, ПБшка. На, будешь просто изи. Вот это, ребятушки, вот это оно. То чувство, когда тебе надо, и оно падает. Так, а вот воткнуть некому. Давайте сейчас будем вытаскивать. Знаете, кому хочу? Хочу. Все-таки придется. Такс. Рекс, фэкс, пэкс. Хочу вот сюда поставить, на ледяного. Многие спросят, почему. Потому что ледяной во многих локациях используется за счет того, что он очень офигенно замедляет. Я это уже показывал не один раз. Замедление у него очень обалденное. Потом ставить его одушевление, например. Айс демон он здесь называется. Такс. Вот так вот ремки тратятся. Каменка. Ну, можно пока сюда. Так, ну это уже позор. Так, замедление укротителя у нас нет. На архидемона будем по чуть-чуть. Ну, так пока временно. Потом в любом случае мы это все поменяем. Так, берс, бег. Однозначно бег нужен по башке. Бастиончик, отлично, поставим на Асурика. Ой, можно было и сюда баст влепить. Ну ладно, у нас он не первый, не последний. Все, пошел, ребятушки, слив, закрывайте глазки. Так, просвет. Это, конечно, смешно, но кого мы с просветом будем качать? Ну, конечно же, будем, можно будет гарнизон потом качать, ставим гарнизону пока временно. Так, ракушка не надо. Ярость не надо, корка, ну, тоже, в принципе, не надо. У нас тут, тут у нас вообще печаль. Прая плачет. Так, тут поставили что-то. Что-то понаставляли. Это все то, что я ставлю, вот вы потом увидите, я буду менять таланты. Я оставлю приблизительно то, что можно поставить на первое время. Потом я это все буду менять, ребят, поэтому перед тем, как ставить, лучше спросите, напишите, узнайте. Комменты напишите, я стараюсь читать. Буду вам отвечать. Баст сюда лепим. Оживо. Отлично. Вот так вот идеальный космо у нас уже есть. Оу, щит. Просрали. 3К кулаков. Как мы будем теперь спать?
О, есть! Это бомбочка, ребят. Так, СО. СО, СО. Можно, конечно, ворожаю, и нужно ворожаю. Мы ставим ворожаю. Ахрен, это огненку. Огненка тоже классная. Нимбл. На первое время можно ставить тыковки, но у нас ее нету еще. У нас нету еще тыквы, ребят. То чувство, когда у тебя есть имба-герои, но нету просто тыквы Купидона. Так, это нам не надо, ТУшка. Еще одну отлично ставим сюда. Будем гарнизон когда-то качать. Давай, рандомчик. Ну, видите, неплохо падает. Ожива, отлично. Так, ожива. Смотрим. Бум. Все, все по делу, ребят. Все просто четенько. Ожива. У нас уже обалденные герои собрались. Космос собран, этот собран. Надо еще немножко потрешивать. У нас будет сейчас мега имба. Ну давай. Замедление не надо мне. Self-destruct. Каменка. Ну, видите, были бы скины, можно было ставить бы вторыми многим героям, но так как нету их, приходится первое время мучиться. Так, утекание. Сюда пока временно. Отлично, еще одна ожива. Я оживе больше всего радуюсь, больше даже, чем ремки, потому что ожива реально на сегодня одна из таких топовых и востребованных. Так, что у нас Огник говорит? Огник у нас плачет. А плачет, потому что ему сливают баст. Многие спрашивают, зачем Огнику ожива, ребят. Посмотрите видосы с битвы гильдии, там, где я бегаю, и вы поймете, что все-таки как ни крути. Это топовый талант плюс выживание. Бум, еще одна жива. Надо было утекаху Фрейя закинуть. Чувство, когда у тебя уже не хватает скинов на героях. Блин, вот фиг его знает, кому ставить. Поставим на малыша Ника. Надо больше героев. Больше героев, ребята. Больше лайков, больше героев. Давайте до 50. Отлично. Еще одна. Идет сюда. Гарнизон. Оу, есть! Ремочка. Ебой! Сколько мы ремок вытащили, ребята. Это просто топчик. Вышечка по вытягиванию ремочек. Блин, ну многим можно поставить. И здесь ремка хороша будет. И здесь ремка хороша будет. Давайте пока временно сюда поставим. Орка. Так, пора заканчивать с этим. Орка, еще одна. Ну давай, на удачу. Давайте до топового талантика. Self-destruction. Треноси. Сети. Сети. Ебой, и начался трэш, блядь, до нормального таланта, и нам начали сыпать, давать всякое говнецо. Так, IGG, собрались, отлично. Просто топчик. Ждем тыковку, наверное. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Это десяточка, новая рубрика, перезагрузка, десяточка версия 2. Больше трешечка. Всем удачи, всем пока.